Один из символов безграничной жестокости фашистского режима на оккупированных немцами территориях – концентрационные лагеря смерти. Такие названия, как Освенцим, Бухенвальд и Красный, мы будем помнить еще долгие годы, ведь в этих местах бессмысленно были убиты и замучены тысячи невинных узников. Памяти погибших пленников и их освободителей в мемориальном комплексе «Совхоз Красный» прошел тематический концерт. «Не веди нас во искушение, душу губящие, но избавь нас от всего злого и на родину нас возврати». На импровизированной сцене в сильный ливень молодые артисты самоотверженно танцевали, пели и читали стихи. Такой антураж позволил зрителям хоть отчасти понять ту боль, которая несколько лет преследовала узников, и то забытое чувство счастья, которое пробудилось после того, как в воротах концлагеря появились освободители-красноармейцы, выбившие врага с русской земли. «Драка! Значит, драка! Ну да что о том судить? Ясно все до точки. Надо, братцы, немца бить! Не давать отсрочки!» На концерте были не только те, кто хотел почтить память погибших в мучениях людей, но и узники, которым удалось спастись из длительного заточения. Для них этот вечер стал настоящим праздником, возможностью снова вспомнить чувство радости и облегчения, которое появилось после освобождения. Но кроме счастья, было и горе за убитых друзей и пепелище на родной земле. «Освободили нас, и мы вернулись домой в 45-м году в мае. Моим месяцем. Вернулись одни русские печки, больше ничего нет. Все, травку кушали». Чтобы показать, что молодое поколение разделяет боль пострадавших и погибших в тяжелые годы Великой Отечественной, крымчане почтили память узников, зажигая свечи у стен концентрационного лагеря смерти «Совхоз Красный». Никита Егоров, Евгений Стариков, служба новостей ИТВ, Симферопольский район.